среднего значения. Всего этого тебе там хана. Радиосообщение нарушено. Связь возможна только на коротких дистанциях. Аварийное остановление. Система перезагружена. Внимание! Вы вошли в темную зону. Патроны! Ну же, не тормози, валили! Пора заканчивать это дело. Мы тебя поджали. Сделай ты хоть что-нибудь! Сейчас мы с тобой покончим! Твою мать! От нас не спрячешь, побери, откуда не прут!
Чудовище. Что там у тебя за стрельба? Что там у тебя за стрельба? Темную зону зашел. Бросает? Нет. Бросай это дело. Попробую. Шли со мной. Бросай или это дело, пошли со мной. Сейчас я алло прикину. Нужно наэвакуироваться. Собрать и эвакуироваться отсюда. Собрать и эвакуироваться. Лишь бы отмазываться. Фишка в том, что еще помимо того, что ты ПВЕ и этих мобов убиваешь, тут еще игроки. Реально бегают, тебя могут замочить. Довольно-таки весело. Проиграл. Промо это как? Ну, когда в лигу меняешь. Да. Самые ублюдки просто, блядь, тех бы руки поотрубал. Тебе погромче сделать, так как за мышка делается. Слабее. В ранкере? Угу. Такое ощущение, что в нормал играют люди, короче, нормальные. А в ранке тыкается одна, блядь, шушера какая-то непонятная. Они сидят там на дне, короче, и ничего не могут сделать с этим. Я, блядь, так бомбанул матом и всех поперекрыл, блядь, заебали нахуй, играйте, пидорасы, порыл, я цель, короче, потерял, я скрылся. На фидоне ноют себя, знаешь, на фидоне ты ноют. Ну, бывают такие. Куда же без них? Хотя бы играй, сиди, блядь, понимаешь, или не переписывайся, старайся, еще, блядь, не все потеряно. У нас Синфик такой сильный был, на самом деле, вот я вообще никак не думал, что мы с этим я их там пошел, блядь, Дарьев там наебнул, короче, на старте, и никто, но из-за одной из Дарца, они просто сильнее гампят, я это больше убил. Думаю, как поехало, короче, как вперед, как начнем тут брать все, просто в пещере, а потом все, как смотрю, короче, 2-11. То есть мои 2 и 11, блядь, чужих. Я уже под конец говорю, я обычно это не переписываюсь, там не сижу, знаешь, не... Красиво, когда я уже поделел, на значит, что это делал, как дела их поливать, и скажу, и тупоржоги, заебали, блядь, как по-моему, это обязательно выезжать.
все, блядь. Чудили. Вот был такой слабый вообще, вот там, естественно, реально слабый. Но наш еще слабее. Мне кажется, я один бы на горке там стоял и разметал вот эти удачи. Они ничего не видят, тупые, как просто, просто ничего не видят. На них выходят, они стоят, блядь, не знаю, ну знаешь, такое. Тупые вот прям, неудачники, вот, вот прям. Обнаружены Пойдем грузы. Со мной. Разгрузишь меня немножко. Ща я, говорю, сдам предметы, нужно до, до места эвакуации добраться. Ты бы тоже бы скачал бы ее. Так, ну, не, я не знаю, что вы тест вообще взяли. Зачем он вам? Такое себе удовольствие. Попробовать хотелось, он был на скидке, дешевый. Так, Tom Clancy's тоже бывает на скидке. Не, что-то мы ему не будем. У нас так-то есть все сколько. Получается, Overwatch. Не только шутер, он еще и этот. Да нет, у нас так-то есть Overwatch, и мы в него и не играем. Не, Overwatch это не то. Как меня это задолбало. Так, надо сдать, что я прибежал. Мне же сдать надо, у меня там будут. И я на место этой прибежал в зону эвакуации. Так. Ну я вообще, я так пригорел, я вот, блядь, ну, никогда в чате не ругаюсь, ну прям у меня такого нет. Мастер сидит, блядь, на пинг на свой тыкает, у меня 500 пинга, я думаю, так нахуя ты, говорю, лекаешься, блядь, со своим пингом ебучим, сука. Нахуя ты, блядь, людям игры портишь? Я просто сегодня съел так основательно, значит, поехал. Внимание, по всем данным, эта зона заражена. Середины, ну, то есть я почти не проигрывал. Вот до вот этих вот промо. Как только в промо попал, два поражения подряд, на нахуй, все готово. А там надо два из трех выиграть. Ну, просто два из трех вот в минус, сразу два поражения, нахуй. Первую еще, блядь, там тоже нафидонили сразу, но там я еще не бомбил, потому что у меня еще, ну, была одна игра, как бы, знаешь, я думал, что это. А вторую игру, так я уже прям зло, прям вперед. Вот раньше, вот в прошлом сезоне было круто, можно было в ранке дорегаться втроем и вчетвером. Единственный сезон такой был, когда можно было... Сейчас что, нельзя, что ли? Сейчас нельзя, ну, как бы всегда было вы так, что раньше можно зону. Дорегаться либо 1-2, ну, в паре, либо пятером. А вот единственное, что в прошлом сезоне можно было регаться вчетвером даже, то есть, ну, вот так. Была очередь такая. Сейчас опять это убрали. Ну и опять начался вот этот ебучий каток, непонятно. Как каток. Ну басов. Я не знаю, научитесь в нормалах играть, а потом идите в ранки, блядь. Конечно, у него, блядь, 30 уровень, который не с первого сезона 30 уровень, извини меня, а который 30 уровень только зареганный аккаунт. Конечно, он играть не умеет, ничего не умеет, у него, блядь, ничего нету. Нахера он там нужен. Тикают мастера, я думаю, что они крутые, блядь. Что надо нажимать одну пушку, короче, и все, и игра подъедет. Меня сегодня мастер стоял на боте. Кстати, моя игра была, а мастер стоял вместо Адыкери. Ему было тяжко, они просрались там как надо, но мы остальное удержали и лег тоже так. Как бы он потом нафидонил, то есть ты заехал, потому что это мастер, он может. Но главное кнопки правильно нажимать, а этот вообще никакой просто. Он думает, нажму пушку и все будет хорошо. Я же мастер, я буду прыгать между целями, в меня никто не попадет. Патронов нет. Заканчивай давай. Стреляют,
суки! Не надо так близко! Нет! О, мрази, а. Еще патроны кончились. Нагнули тебя, короче. Да у меня патроны кончились, блядь, они меня окружили толпой, я не успел, короче. До высадки добраться. Блять. Пиздец. Надо добежать, успеть, блядь, тут собрать, пока никто не забрал его. Это могут спиздить. Что ты ждешь? Внимание! До ликвидации грузов 30 секунд. Ты нахер 30 секунд. Вы вошли в безопасную зону. Внимание! Выход из безопасной зоны. Внимание! Время доставки грузов истекло. Готов принять груз на борт. Эвакуация завершена. Короче, подключишься ко мне. Погоди, стекло! Чужим тут делать нечего! В вашу группу вступил новый агент.
Внимание, вы вступаете на зараженную территорию. Вы выходите из зараженной зоны. Внимание! Агенту из вашей группы срочно нужна помощь. Сектор зачищен. Предатели, кому уйти? Нет патронов! Выходи, стекло! Вертолет на подходе.
Производится эвакуация. У вас в группе новый агент. Мы получили груз. До завершения эвакуации 30 секунд. Груз вывезен. Эвакуация завершена. Наблюдаю, Южный. Тебе это пригодится. Двигай сюда, не тупи. Это я все нашел. Случайно. Ага.
я тот, кто тебе нужен. Ну что ты стоишь столбом? Ну что, будем смотреть или как? Ну что, будем смотреть или как?
Тебе это пригодится. Я тот, кто тебе нужен. Thank you.
Так фигню не держи. Ну что, будем смотреть или как? Тут фигню не держит. Тревога. Участник вашей группы нарушил устав спецотряда. Ваша группа получит статус ренегатов. Я тот, кто тебе нужен. У меня есть все. Точка. По рукам. А теперь катись. Это я все нашел. Случайно. Ага.
Come here. Come. It's a bag. Come. Мы тут фигню не держим. Радиосообщение нарушено. Связь возможна только на коротких дистанциях. Аварийное остановление. Система перезагружена. Venga, venga. Осторожно, вы в темной зоне. Транспорт на подходе. Ожидайте. Сюда, не тупи. По всем данным, эта зона безопасна. Внимание! Вы находитесь из безопасной зоны. Агент, я направляюсь к вашей позиции.
Член вашей группы нарушил устав спецотряда. Ваша группа получит статус негатов. Производится эвакуация груза. Подтверждаю, статус ренегата отменен. Груз получен, подтверждаю. Тревога. Участник нашей группы нарушил устав спецотряда. Ваша группа получит статус ренегатов. До завершения эвакуации 30 секунд. Эвакуация прошла успешно. Подтверждаю, статус ренегата отменен. Внимание! Обнаружены грузы. Наблюдаю южный рубеж. Виадук перегрыт.
Агент из вашей группы ранен. Требуется помощь. Ты самоубийца. Самоликвидация грузов через 30 секунд. Обнаружен очаг заражения ниже уровня земли.
Груз успешно захвачен. Концентрация вируса ниже уровня земли растет. Внимание! Истекло время доставки. Концентрация вируса ниже уровня земли. Готово дело! Концентрация вируса ниже уровня земли снижается. Тревога. Наш агент спецотряда ранен. Обнаружен противник ниже уровня земли. Respond me. Транспорт на подходе. Ожидайте.
Задание обновлено. Инициирована эвакуация груза. Готов принять груз на борт. Завершение эвакуации 30 секунд. Эвакуация завершена. Привет. Смотри, запись. Слушай, Миксе, можно спросить, а если он собирал, но потом удалил, его можно опять заново поставить и собрать? Или кого собирал? Хрому. Я не знаю, я не помню. Не помню, то есть я его сделала, и удалила. Теперь заново смотрю, он там, короче, выпадает, но... Ну, а там я можно его... У тебя написано, что можно его перевести? Не написано, но сам так квест можно поставить? Даются типа новая загадка. Его можно взять. Собрать заново. По части на него написано, типа за подтверждение не было отдавить. Они не открыты. Попробуй. Как раз узнаешь. Ну ладно, давай. Yeah, that's cool.
Агент из вашей группы нарушил устав спецотряда. Ваша группа получит статус ренегата. Они за это заплатят. Агент выходит из вашей группы. Это нехорошо! Подтверждаю. Статус ренегата отменен. Агенту из вашей группы срочно нужна помощь. Удаляются. Концентрация вируса снижается до среднего значения. Тебе там хана. Вы вошли в безопасную зону. Не все. Ой. Если тебе нужен Натаим, он на алерте есть. Не, у меня его 15 штук. Ну ладно. Thank you.
Радиосообщение нарушено. Связь возможна только на коротких дистанциях. Аварийное остановление. Система перезагружена. Черт, я пустой, прикройте! Долго не протянем! Разрешение надо! Вылезти придет, долго не протянет! Прячется!
Наш агент спецотряда ранен. Задание обновлено. Подтверждаю, сектор был зачищен. Внимание! Агенту из вашей группы срочно нужна помощь. Товар тебя когда-нибудь спасет. Наблюдаю южный рубеж. Стреляй!
это не умеете. Сектор зачищен. Походу, надо мне новый прикид дернуть. Просто подстрели.
даже не думаю. Ты уже круг. Поздно, они вылезли. Секунду, мне нужны патроны. Как раз для тебя.
Агент из вашей группы ранен. Требуется помощь. Рила, вот сюда. Агент спецотряда ранен. Давай,
вали! Начаться! Уже почти закончили! Сейчас мы их выявим! Товар тебя когда-нибудь спасет. Агент из вашей группы ранен и нуждается в помощи. Стрелять!
равно сдохнешь. Граната! Смотри, легкая добыча. Прячься, сколько влезет. Смотри, легкая добыча. Прячься, сколько влезет. Я тебя отвергну, мы молодые! Не прокатит. Пятнадцать секунд. Идет выброска грузов. Загружаю координаты.
вас на подходе. Мое время зря. По всем данным, эта зона безопасна. Внимание! Вы находитесь из безопасной зоны. Внимание! По всем данным, эта зона заражена. Срочно нужна помощь. В вашей группе новый агент. Выход из зараженной зоны. Всего этого тебе там хана. Товар тебя когда-нибудь спасет. Внимание! Ликвидация грузов через 30 секунд.
Внимание, вы вступаете на зараженную территорию. Вы покидаете зараженную зону. Внимание, грузы ликвидированы. Рила, ходь сюда. Груз получен, подтверждаю. Груз был успешно эвакуирован. Иди вон туда!
выбор как раз для тебя. Внимание! По всем данным, эта зона заражена. Вы выходите из зараженной зоны. Что ты ждешь? Вы вошли в безопасную зону. Внимание! Вы покидаете безопасную зону. Агент покинул вашу группу. Внимание, вы вступаете на зараженную территорию. Можно подстрелить. Стой на дракон!
Кто-нибудь из вашей группы ранен и нуждается в помощи. Подтверждаю. Статус ренегата отменен. Вы покидаете зараженную зону. Транспорт на подходе. Ожидайте. Вертолет на подходе. Агент, я направляюсь к вашей позиции. Начинается эвакуация груза. Мы получили груз. Эвакуации 30 секунд. Эвакуирован.
дурила! Вот сюда. Ну, что ты ждешь?
Всего этого тебе там хана.